Я желаю ветеранам. Патриотическая акция с таким названием стартовала в школе номер 1 2-го ЧГЕМа. На специальных полотнищах ученики оставляют записи, в которых благодарят тех, кто завоевал победу. Кроме того, здесь школьники не первый год занимаются поиском земляков без вести пропавших в годы Великой Отечественной. В преддверии Дня Победы поисковая группа «Эдельвейс» активизировала работу. Информацию учащиеся собирают по крупицам, в основном изучают сайты, где опубликованы сведения о солдатах, пропавших без вести во время войны. Там выкладываются не только личные данные, но и указываются места захоронений. Мы выписали из этого списка 829 человек. Как раз в этот период начала работать комиссия по переизданию книги памяти. Меня пригласили, я выступила. Этот список был размножен среди всех районов республики. И было дано указание, чтобы внести имена вот этих людей в книгу памяти. По Чегемскому району мы внесли всех чегемцев. В школьном музее боевой славы хранятся не только списки имен погибших героев, но и экспонаты – оружие, знамена, фляги, документы и вырезки из старых газет. Их сюда приносили сами участники войны, а также их родственники.